Всем привет! В этом видео мы научимся делать вот такую вот маску с блестяшками для Инстаграма или Фейсбука. Поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Открываем нашу программку Sparky Studio и создаем New Project, новый проект, Blank Project. В левом верхнем углу нажимаем на камеру и давайте поменяем нашу модель на вот эту вот блондинистую девушку. Теперь, для начала нашего проекта нам нужны вспомогательные файлы. Они у меня вот на рабочем столе, называются Sparkle и Arty Creator Kira Kira. Я добавлю эти файлы в себя в описании, чтобы вы могли загрузить. Перетягиваем файлы себе в Assets. И в левом верхнем углу нажимаем на View, Show, Hide, Patch Editor. Переносим наши assets в Patch Editor. И давайте продублируем наши Creator Kira Kira, чтобы было больше sparkles, блестяшек. Теперь в левом верхнем углу нажимаем на Camera. И Texture Extraction, плюсик. Under Assets, мы увидели, у нас появилась Camera Texture Zero. Переносим его в наши Patch Editors. Нажимаем теперь на Device. И ищем Interaction Produce Patch, Create. Теперь правой кнопкой мыши нажимаем и ищем Value. Add patch. Нам нужно еще два таких значения value, добавляем. Теперь соединяем наши sparkles с value, camera texture с value, и в девайсе вот второе значение screen size также соединяем с value. Теперь наше value под sparkles соединяем sparkles с первым и со вторым patch. Camera Texture соединяем с Camera Texture. И Device Value соединяем с Device Resolution. Теперь нам нужен Add Patch. Добавляем. И соединяем наши ArtyCreator с этим Add Patch. Теперь нажимаем на Add Objects и ищем Rectangle. Insert. И вот здесь Width добавляем Full Width and Height добавляем полную высоту. Под материалами добавляем материал. И под Assets нажимаем на этот материал. Shader Type выбираем Flat. Нажимаем на Texture, вот слева Texture, стрелочка. У нас появляется материал в нашем Patch Editor. И мы его соединяем. И под Render Options выбираем Screen. Для того, чтобы наши sparkles были более видимыми, нам нужно изменять вот эти вот значения в наших Arty Creator Kira Kira оранжевых патчах. Вот здесь. Вот, с этими числами можете играться как хотите, для того, чтобы создать вашу блестящую масочку. Вот такой фильтр у нас получился. С красивыми вот частыми sparkles. И если вам хочется еще больше блестяшек, вот эти арки Creator Kira Kira можно продублировать. Все, в принципе, наши блестяшки готовы, и вы можете загружать готовые фильтры к себе на Instagram. Но можно также добавить, к примеру, сглаживание лица. В верхнем левом углу нажимаем Add, Screen Understanding Face Tracker, и добавляем слой, на котором мы будем делать сглаживание. Add 3D Objects and Face Mesh.
правом углу нажимаем на материал и create new material. Вот материал номер один, который мы можем переименовать, чтобы не путаться. Становимся на наш материал и under shader type в правом верхнем углу нажимаем на retouching. И вот здесь мы можем работать с сглаживанием нашего лица. Вот ставим где-то на 23, к примеру. И, конечно же, можно попробовать, что у вас получилось. Нажимаем Test on Device. Send через программку Player на вашем телефоне. Вот такая вот миленькая маска получилась. Сглаживание лица и sparkles. Блестяшки. Если вам все нравится, сохраняем, загружаем на Instagram, Facebook. Если нет, то можно переделать. Готовую маску загружаем на Spark AR Hub на проверку и ждем. Как сделать загрузку маски, можете посмотреть в моем предыдущем видео. Надеюсь, это видео было вам полезным, а сейчас до скорой встречи. Пока-пока!